Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Феба. Феба лучезарная. Согласно греческой легенде раннего происхождения, Феба была дочерью Урана и Геи, неба и земли, и матерью Лета. Позже Фебу стали отождествлять с Артемидой или с Дианой, и в поэзии имя Фебы стало символизировать Луну. Еще одна версия гласит, что Феба была бабкой Аполлона и Артемиды, считалась основательницей храма и оракула в Дельфах, который затем подарила внуку. И Феба, и Артемида изображались с месяцем на голове. Также изображалась и Селена, богиня Луны. Из Википедии. Феба – кормилица Аполлона. Она владела прорицалищем с храмом и оракулом в Дельфах после Фемиды, затем подарила его внуку. По имени своей бабки Аполлон именуется Фебу. После свержения Урана правила северную частью земли вместе с мужем Коем до начала правления Зевса. Ну, так вкратце о дочери Урана и Геи Феба, лучезарная. Пока-пока, до свидания.